Пудры Жаско снова вошли в список 100 лучших товаров России. Компания Жаско подтвердила право маркировать свою продукцию знаком качества 100 лучших товаров России. 15 декабря 2020 года состоялось торжественное награждение победителей конкурса 100 лучших товаров России, среди которых заслуженно заняла свое место компания Жаско. Этот конкурс уже на протяжении 23 лет содействует отечественным предприятиям в развитии конкурентоспособности и продвижении своей продукции. Наша компания участвует в нем во второй раз и во второй раз признана одним из победителей. Не зря главным принципом компании «Жаско» является принцип «продвигать на рынок только лучшее оборудование». В 2020 году из-за пандемии этот ежегодный конкурс состоялся в онлайн-формате, а на церемонии награждения в современной действительности все были в защитных масках. Но это не убавило торжественности события. Нам вручили диплом и декларацию качества, подтверждающую право маркировать наши экструдеры знаком 100 лучших товаров России. Также в этом году отмечен знаком «Отличник качества» начальник сервисного центра «Жаско» Иван Сергеевич Харченко. А мы, в свою очередь, обещаем держать марку и участвовать в этом конкурсе в будущем. На сегодняшний день использование кормовых экструдеров «Жаско» позволяет сделать процесс кормопроизводства непрерывным, легко контролируемым с использованием различного сырья для получения необходимого конечного продукта. А знак качества только подтверждает все преимущества оборудования «Жаско».